свалка, ребята. Это нечто. Проверяли, вода не замерзла? Они поменяли. Поменяли? Да. Так. Ну что, ребята, на завтра вызвала трактор, чтобы очистить хоть немного проходы. Скажи, чтобы с крыш снег не счищали. Видишь, они едят? Пусть грызут снег. Так. Здесь нам надо вычистить завтра все это. И доделать нам два вольера надо. А вообще надо доделать еще четыре. Это первая машина. Но нам сюда надо минимум еще четыре контейнера. Минимум, чтобы вывести мусор. Так, ребята, крыши! Начинаем крыши! Вот так прогнулись ребята. И следующая тоже. Это просто ужас. Ребята, осторожно! У нас вся крыша волной. Боже мой. Так, проход, ребята, оставляем чистым. Жесть. До колена снег на крыше. Ужас. Какой курорт у меня лучше? Скинули снег с крыши, наполовину, правда, пока. И теперь вывозим, чтобы можно было вольеры открыть. Ау, да, мои красивые, мамины. Боже мой. Что, мои хорошие? Да мамины, мамины. Зайка моя. Иди сюда, иди. Иди сюда, иди, мое солнышко. Красивые дети стали, да? Зайка моя. Ты тоже красивый мой. Да, ребята, это нечто. Кто? Мне по бедру? Красивые мои. Мои мамины. Соскучился. Такой маленький красивый у меня ребенок. Какая у меня девочка красивая, да. Красивая-красивая девочка. Ну что ты, моя золотая, трясешься вся. Моя красавица, да. Ну а что делать, у нас выхода нет. Маленькие мои. Маленькие мамины. Хорошие мои. Кошатики. Мои маленькие. Мои девочки красивые. Мои замечательные. Мои солнышки. Да, Сарушечка моя. Что, мой красивый медвежонок? Мамины, мамины. Что, мои золотые? Мамины шоколадки. Мои хорошие дети. Ребята, пожалуйста, нам так нужна помощь. Друзья, ну очень нужна. Очень нужна помощь. Боже мой. Да, ребята, зима в этом году ау просто. Просто ау. Так, сейчас мы сделали, разгородили опять бытовку, освободили вольер. Сейчас сюда перенесем маму с детьми.
Ай, господи, боже мой. Из большого вольера. А большой вольер просто поменяли взрослых собак с мамой, с детьми местами.